Дві людини – дві абсолютні протилежності. Їхня задача – правильно відповісти на запитання суперника. Переможець зможе виграти приз, який підготував опонент. Та для цього учасник має впоратись із вирішальним завданням. Сьогодні грають Денис. Рятувальник. У цій сфері працює вже 10 років. Має нагороди за професійні здобутки. Немного страха, немного риска, это все у тебя в куче мешается, и ну, это не можно как бы, словами сказать, очень крутое чувство. Ну и самое приятное, конечно, когда ты потушишь пожар там или кого-то спасешь, то, конечно, чувство, так сказать, мини-эйфории есть у тебя. Марина. Няня. Вже 6 років дарує діткам любов та турботу. Має медичну освіту і вважає, що найголовніше – це безпека малюка. Для мене дітки – це все. Тому я чувствую, отримую від них удовольствие. Я працюю з великою душою. Час відчути контрастність. Так, і перший вопрос. Збір і виїзд караулу за сигналом тривога має відбуватися за… А. 60 секунд. Б. 50. В. 30. І Г. 45 секунд. 45. Ну, это да, действительно правильный ответ. Мы занимаемся во время суток, выезжаем на пожары. Если мы на пожары не выезжаем, мы просто отрабатываем нормативы и тренируемся быстро одеваться и выезжать. Аби дитинка швидше заснула, їй потрібно що? Закрити очі, дати водички, прочитати віршика або покупати. Угу. Я думаю, що дати водички. Так. Водичку треба, тому що, ви знаєте, як температура воздуха може бути в домі така суха. Ребенок плаче, ти не поймеш чого. Вроде би і спадки хоче, а не засипає. І от якраз от водичка – це той варіант, який дійсно поможе. А водичку як тепленьку, не тепленьку? Тепленьку, звісно. Тепленьку, звісно. Да? Так, другий вопрос. Яка кількість води у пожежному автомобілі? А. 6 тисяч літрів. Б. 2 тисячі літрів. В. 1 тисяча літрів. І Г. 4 тисячі літрів. Цікаво. Сложний вопрос, согласен? Да. Ну, я остановлюсь на 4. Да, і це правильно. У нас, смотрите, есть в нашем городе Днепр есть пожарные автомобили разных модификаций. Средние, в основном, самые частые у нас используются это МАЗы и КАМАЗы. У них бочка на 4 тонны воды. Также есть АПДшки, например, начиная от 500 литров воды и заканчивая самое большее, это у нас КАМАЗ в специальном отряде есть. У него объем 8 тонн воды. Что из этого списка не є назвою дитячої коляски? Люлька, трансформер, капюшон, тростина. Я думаю, наверное, капюшон. А как вы думаете, почему? Ну, у меня капюшон просто ассоциируется как бы с такой накидкой. А ребенку не накидывают капюшон на коляску? Ну, я думаю, это по-другому называется у них как-то. Почему? Он так и называется. Так и называется капюшон? Да, да, да. Ну, только это верхняя часть коляски просто. Вы угадали правильно. Ага. Ну, молодец. Фу-фу. Я понял. Так, третий вопрос. Пожежні рукава застосовують для А. Видалення ртуті, Б. Подачі води, В. Захисту шкіри і Г. Зменшення хімічного рівня. Ви знаєте, якщо б на другая була передача, я б щось придумала. Так, я думаю, все-таки для подачі води. Правильно, правильно. У нас используются рукава разных диаметров. Мы их используем для подачи воды от насоса непосредственно к месту пожара. А как вы относитесь к детским сказкам? Ну, хотя бы немножко помните их, да? Хотя бы немножко. Помню. Давайте вспомним сказка «Рукавичка». Помните? А помните, кто потерял рукавичку? Нет. Ну, давайте я вам дам подсказку. Дед, бабушка, дядько Грицько або лісовик. Я думаю… Это было зимой. Кто-то шел. По лесу. Да. И тут нечаянно потерял рукавичку. Наверное, все-таки
Дед? Конечно. Хотел лесовик, но последнее время. Все правильно, дедушка потерял. Следующий вопрос. Що не входить до повної екіпіровки рятувальника? А. Шолом. Б. Зізот. Зізот, я об'ясню вам, это захист індивідуального захисту органів дихання. Тобто це апарат. Да, я поняла. В. Мотузка. І. Г. Пожежна сокира. Ну, я б, конечно, з собою все взяла. Ну, как бы, самый основной комплект. Я думаю, веревку не берет с собой. Правильно. Да. Смотрите, веревку мы используем только если мы работаем на высоте, то есть поднимаемся на верхние этажи, или в подвале, как с целью нашей безопасности, например, как сцепки. Уберіть правильне твердження. Професія няні з'явилася нещодавно. Кожна няня повинна мати медичну освіту. Няня має стежити за порядком у домі. І прогулянка з дитиною на свіжому повітрі входить в обов'язки няні. Якщо б у вас був ребенок, я от вам прийшла працювати. Як? Що б ви вибрали? От, що для вас саме головне? Що повинна робити няня з ребеночком? Ну, как бы, если логично подумать, наверное, гулять. Правильно. Да? Правильно, потому что вы логично умеете думать. Все правильно. Понял. Няня і рятувальник – дві протилежності. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. Так, следующий вопрос. Да. Оберіть правильний факт. Загальна маса екіпіровки пожежника – 30 кілограмів. Б. На виїздах рятувальникам заборонено спілкуватися із перехожими. В. У Дніпрі 15 пожежних частин. Краги – це чоботи. Наверное, все-таки я отвечу один, что он тяжелый, как бы. Правильно, да? Это правильный ответ. Полностью нашу экипировку, если собрать, одеть, полностью вес экипировки составляет 30 и более килограмм. До какого віку малюк вважається новонароджений, то есть новорожденный? До 28 дней, до 1 тижня, до 2 тижнів, до 2 місяців. Блін, ну чесно, я тут не знаю, я, наверное, просто на вас скажу. Попробуйте. То, ну, я думаю, скоріше всього, новорождений, да? Да. Наверное, до 28 дней. Мы молодец, мы молодец. Следующий вопрос. Это, так сказать, вопрос более как и традиция, интересный такой. Смотрите, чему пожежникам заборонено відпускати бороду та вуса? Заборонено? Заборонено, да. Пишите, я побритий. А. У пожежі вуса може загорітись. Б. Борода заважає носити кисневу маску. В. Існує повір'я, що борода приносить невдачу. І Г. Це підриває імідж рятувальника. Ну, я думаю, що це все можна відкинути. Ну, в принципі, імідж теж цікаво. От для мене і перший вопрос, как бы, що може дійсно при пожарі, і второе, і маска можна теж мішати. Ну, я думаю, все-таки на першому остановимося. Неправильно. Неправильно. Вообще-то борода заважає носити кисневу маску. Да, я все-таки подумала, що маска. Да, смотрите, у нас, получается, есть зізот, это средство индивидуальной защиты органов дыхания. И, получается, это аппарат, и надевается маска, панорамная маска. Она у нас прилегает очень плотно. Мы ее используем для того, чтобы дышать в задымленном среде, как бы пространстве. И когда борода или усы, маска просто неплотно прилегает. У меня такой интересный вопросик. Якою має бути температура води для купання малюка? 20 градусів, 25, 37 або ж 45 градусів? Ну, водичка повинна как бы, бути тепленькою, я так зрозумів. Ну, я думаю, що 45 градусів. Ну, наверно, тому що я ошиблась, не і ви. В принципі, 37-38 температура ага, тіла. Ага, так, да? Да, тому що якщо буде гаряча вода, у ребенка може бути ожог. Следующий вопрос. Щоб побажати рятувальникам удачі, варто сказати фразу. А. Чистого повітря. Б. Легкого чергування. В. Начищених чоботів. І Г. Сухих рукавів. Вы знаете, я работала в медицине, и нам никогда не говорили спокойной ночи. Нам я тоже думаю, не говорят. Вам ничего не желают, я так думаю. Но я думаю, наверное, все-таки пожелать, я пожелала бы сухих рукавов. Да, это правильно, сухих рукавов. Що з цих продуктів найкраще підійде для першого прикорму малюка?
Вы знаете, что такое прикорм? Ну, хотя бы немножко. Нет. Давайте я вам расскажу, да, хотя бы, что такое прикорм. Детки питаются на грудном вскармливании, либо на искусственном. Угу. И приходит такой период времени, когда ребеночку надо вводить продукт. Угу. То есть уже ж как бы немножко приучать ребенка к нашей... Нормальной пище, да. И вот есть период времени, когда вводится этот прикорм. Давайте с вами попробуем угадать. Что будет входить в этот первый прикорм? Вот, чтобы вы, вот с чего бы вы начали бы прикармливать вот своего ребеночка? С отварной картошки, с овощного супа, с сыра или все-таки апельсинового фреша? Ну, картошка, я думаю, сразу отпадает. Я тоже так думаю. Сыр как бы тоже, он тяжелый на желудок. Конечно, все правильно. Вот полезно это или сок, или овощи. Ну, наверное, я... Наверное, все-таки я предпочту ответ овощи. Ну, как бы апельсин может быть аллергия, как бы, правильно, мы не знаем. А овощи, они более безвредные. Видите, вы молодец, вы все-таки рассудительный, хороший будете папа. Спасибо. Потому что действительно лучше начинать с овощей и лучше с одного какого-нибудь овоща. Так, следующий вопросик такой тоже интересный. Какой формы пожарное ведро? А. Квадратные. Нет. Б. Овальные. В. Конусные. Угу. И круглые. Ну, я думаю, что все-таки конусные. Это правильный ответ. А почему вы думаете так? Интересно. Мне даже... Вот, вы знаете, вот всегда видела, вот как все это висит. А... На щитах, да, пожар. Да. Мы толкаемся к тому, что пожары тоже тушатся зимой. И для того, чтобы пробить или лунку, или вот гидранты, например, люки замерзшие, чтобы пробить отверстие, используется конусное ведро. Я никогда не знала, это мне вообще очень интересно. Няня і рятувальник – дві протилежності. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. Чому маленькі дітки храпять? Вони храпять? Ви думаєте, тільки взрослі храпять? Давайте попробуємо опять з вашою логікою поіграти. Mm-hmm. Бо вони ще не навчилися дихати носиком. Mm-hmm. Таким чином вони привертають увагу через переїдання, через молоко, що потрапляє до їхнього носика. Mm-hmm. У мене, чесно, два варіанти. Ілі переїдання, ілі молоко. Ну, як би... Опять же, к логике возвращаемся. Смотрите, конечно, если переедание, то ну, это скорее больше будет, как извиняюсь, отрыжка, да? Как конечно, было, все вы правильно говорите. И поэтому последнее, наверное. Все четвертый. Правильно, потому что молочко попадает. Это почему? Потому что у ребеночка еще носовая глоточка и 90 градусов. Ребенок, когда сосет, молочко еще остается в носике, и он как бы еще схарпит. Наши предки вважали будь-яке місце загорання священним. И если пожежа починалась від удару блискавку, блискавки її гасили. А. Узваром. Б. Вином. В. Компотом. І Г. Молоком. Ух ти. Тут це навіть... ще відталкуватися від старих-старих времен. Це просто тут навіть логічно. Якщо вином, мабуть, їм буде жалко вином. Може, молоком? Так, це правильний відповідь. В те времена, как бы, вином, конечно, это в целях экономии, как бы, его для другого потребления. Компот, узвар, тоже, как бы, не было таких больших объемов и да, тогда да. особо его, как бы, не потребляли. Тогда было очень распространено, как бы, молоком. Было очень много коров, питались, как бы, скотарством. И вот так вот тушили пожары. Очень интересно было. И просто получается, когда молния бьет, не сильно большой очаг возгорания, то есть, и можно не сильно много молока, как бы. Как соска впливає на дитину? Її заспокоює, розважає, дратує или розвиває? Мені ще так кажеться, или успокоює, или розлікає. Смотрите, якщо ребенок плаче, значить, нужно його успокоїти. Вот, соответственно, успокоює. Вот, видите, ваша логика. Спасибо. Молодец. Так, Марина, следующий вопрос. На сьогодні собаки різних порід шукають людей під завалами. А от раніше це нелегке завдання виконували лише А. Долматини, Б. Вівчарки, В. Бульдоги, Г. Лабрадори. Все-таки, мабуть, овчарка. Неправильно. Да. Далматинцы. Далматинцы? Да. Вообще не могла подумать. Да, еще ж их часто по фильмам показывают, как они спасают людей.
Ну, я видела, а ну, вообще-то, в принципе, да. Знайди изображение Лёли. Это такая одежда ребеночка. Сейчас я вам покажу фотографию. Вы попробуйте. Лёля? Да. Блин, ну маленькие ребенки, они же в памперсах, как бы, да, тоже? Ну там все можно с памперсами, в принципе. Все можно? Я думал, тут узенькая такая, как раз памперс не влезет. Нет, вот как раз такие штанишки, ну там все, все туда влазит, поверьте. Это все детская одежда, все. Просто вам попробовать логически угадать и все. Ну, что-то мне кажется, что Лёли – это не штаны. Штаны я сразу откидываю, как бы. Вот, ну, не штаны и не комбинезон. Вот это должно, мне кажется, что-то с открытым верхом быть. Или Г, или А. Наверное, я честно не знаю, говорю наугад, как бы. Ну, как я про собак. Да, наверное, вот это А. Ну, к сожалению, вот буква Г. Г, да? Вы будете знать, что Лёля, будем знать. Да, открытыми ручками – это для новорожденных малышей. Они очень удобная одежда. Ага. Тут даже ручки удобно вытащить. Очень хорошая такая. Это кофточка такая. Так, а Люля, это вообще для чего? Это... Для новорожденного, это как кофточка. За результатами гри – нічия. 8-8. Отакої. А кому ж вдасться виграти приз? Денис, мені було дуже приємно з вами познайомитися. Я дійсно для себе узнала дуже багато. Ну, смотрите, у мене є для вас подарок. Якщо ви на останній вопрос відповідаєте, я вам його віддаю. Давайте. Давайте. Вирішальне запитання. Заспівайте або прочитайте рядки Конаскової. Помню. Баю, баюшки, баю, не ложитесь на краю, а то придет серенький волчок и укусит за бочок. Ну, там, в принципе, можно и так. Люли-люли. Да-да-да, хорошо. У меня есть тоже последний вопрос. Мы сегодня молодцы, очень понравилось, что у нас ничья. И последнее вирішальне запитання. Назвіть 5 предметов экипировки рятувальника. Надо мне их произнести. Да. Но я запомнила очень хорошо, что это маска. Правильно. Это шлем. Защитный Правильно. Костюм. Правильно. По-моему, что-то у вас там кисневый баллон, да, идет? Да. И что-то с обуви. Как это называется? Ну, в принципе, как и у вас. Я стесняюсь. Говорите, говорите. Ну, в смысле как? Не лабутены, но зимой вы в чем ходите? В сапогах. Правильно, пожарні сапоги. Що ж учасники підготували один для одного? Час відкривати подарунки. Почти Люля. Там ще брелочок, ще місяць. Так, я вижу. Тих-тих-тих. Носочки.